Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Поехал я, значит, в магазин Бирота на спортивный, чтобы купить ключ для золотника. Вот такой вот ключ. Это для вело, это для авто. Такой вот ключик хотел купить за 300 рублей, а за место этого купил держатель для чехла водонепроницаемого, хотя на нем есть держатель, но этот держатель намного лучше. Потом диаметрический ключ купил, хотя у меня есть ключ, но этот ключ такой как бы тяжеленький такой. Потом купил набор шестигранников, хотя у меня есть наборчик, но он с выжимкой. Вот. Я вот, короче, за место вот этого купил такой вот наборчик. Он получается легче, меньше, чем это все. Ну и качество, само собой, лучше. Ну это тоже, конечно, я так полагаю, что качеством лучше. А хотя фиг его знает, может быть, это качество тоже хорошее, просто это тяжелое, большое. Ну и чехольчик купил за место вот этого. У меня был чехол вот такой вот на раму, сюда можно сникерсы ложить, сюда телефон ложится. Так, ну давайте смотреть. Так, держатель. Такая вот упаковочка. Такая вот упаковочка. Здесь у нас что? Она липучка, что ли? Или она? Сейчас посмотрим. Так, с этим мы разобрались. Так, короче, фишка этого держателя вот за место стандартного, хотя здесь тоже есть такой вот, который крепится и на вынос, и на руль. Но его мы нафиг убираем, потому что у него есть крепление. Понял, как она крутится. Потому что у него крепление можно поставить его в этот. Как он? Не понял. Как он откручивается, что ли?
зря скрутил. Так, или не зря. Так. Как он снимается? Короче. Ладно, сейчас у вас не задерживать. Сейчас пока откроем другое. Так, это у нас получается коробочка из-под держателя водонепроницаемого. Он под Apple рассчитан. Мой Redmi, он туда влазит, но видеокамера не подходит. Вот в это окошечко. Здесь, по идее, можно его использовать как снимать во время дороги, но камера у меня не подходит. В общем, не для Redmi он рассчитан. Вот он закрывается вот так вот. Так, я его правильно ставил. Где кнопки-то? А, о, кнопки. Так, ну это как бы стандартный держатель. Он как бы, видите, у него квадрат. Так вот, раз. Сюда он так раз и защелкивается. Потом сюда нажимаешь. И отходит. Но заместо этого я купил вот этот, который, с которым я, короче, тут бадю надо открутить. И это вставляется в сам вынос. Ой, не вынос, а шток руля. Ну, как бы так вот, раз и красиво. Раз, вот. Можно регулировать наклон. И, кстати, телефон. Телефон можно... Сейчас я покажу, как он вставляется. Так вот. Оп. Его можно и так, и так. И еще наклончик можно, как вам удобно. Короче, такой вот прибуду я купил. Так, ну сейчас и посмотрим телеметрический ключ. Вот такая вот коробочка у него. Так, сейчас. Само собой он алюминиевый, легкий. Эта кнопочка, чтобы... Так. Такая у него коробочка есть.
Блин, я в магазине не мог открыть, и сейчас здесь опять. А, о, отгибать ее надо. Раз, отогнул и открылась. Опа, она. Вот. Опа. Коробочка классная. Но ее можно не брать с собой. А вся вот эта приблуда, все эти шестигранники, видите, они вставляются. Так, а что? А как, куда они вставляются-то? Ага. А-а-а! Японский! Вот здесь получается. Но здесь все-то не влезут, блин. Здесь только два выйдут. Здесь магниты получается, что ли? Опа-на, опа. Может дополнительные-то какие-нибудь биты. Ну ладно, в общем. Короче, вставляем. А, его можно вот так вот, даже как им. Ага. Ага. Его, короче, можно использовать как отвертку, так вот. Раз. Вот так. Можно использовать как отвертка. Опа. Ага. А можно использовать. Да, вот. В общем, штучка классная. Ну, конечно, блин, у меня нету весов, сейчас будут свесили вот эту фигню и вот это японский, блин, да, весов у меня весы только маленькие где-то были. Ладно, бог с ним. В общем, я думаю, что вот эта штучка с собой в рюкзак кинул, в магаз поехал, например, открутил там штырь постедельный, он у меня карбоновый, чтобы бодю это не таскать с собой. Раз, открутил и все дела. Так, ладно, с этим разобрались. Теперь посмотрим наборчик. А, в этом наборе, кстати, чехол есть, на пояс вешается. Так. Сейчас посмотрим. Ага, опа. Вот она уже. Опа, нифига себе, такой маленький. Нифига такой маленький, что ли? Так, как он опять открывается-то? Такая финтиплюшечка. Такая финтиплюшечка. За место вот этого. За место вот этого. Вот такая штучка. Но здесь шестигранников
походу больше, чем здесь. Здесь посчитаем раз, два, три, 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 четыре, пять. Пять шестигранников, две отвертки. Пять шестигранников, две отвертки, что ли? А, ну и ножик еще. Пять шестигранников, две отвертки. А здесь две отвертки. Раз, два, три, четыре. А здесь четыре шестигранника. Короче. Четыре. А здесь сколько? Раз, два, три, четыре. Четыре. Получается пять, шесть, семь, восемь. Восемь отверток. Восемь отверток. Потом что тут еще? А, ну это... Покрышки разобортовывать. Это что у нас? А, это цепь держать. Ну, короче, мне... Цепь держать не нужно, потому что мне... не Шимана, срам, а там на замок нажимаешь. Отодвигаешь, она фиксируется. Эта херня не нужна. Это подкручивать спицы. А, это открывашка, это спицы подкручивать. Выжимка здесь, говорит, хорошая. Опа-на, тут еще что-то помимо выжимки. Что это такое? Короче, выжимку я вижу. Ну, конечно. Здесь-то крутить-то. Не знаю, как здесь. Наверное. Что, здесь шестигранник, что ли? Ну, только каким ключом я сюда запихаю, если у меня шестигранник. Шестигранник у меня. Ага, о. Шестигранник. Это что, на второй другой шестигранник с собой таскать, что ли? Рукой-то выжмешь, не выжмешь, хрен его знает. Ну ладно. Рукой. Не знаю. Ну, короче, вот такой вот наборчик. Что-то не влазит у меня. Почему-то не влазит. Ну ладно, в общем, все, короче. А, сейчас посмотрю, как он чехол влазит. Чехол вот он. И на ремень. Чехол. Раз. Оп. Так, сейчас я там закручу выжимку. Опа. Ха. Чики-пики, блин, такой маленький. Так, ну вот, значит, короче, все мои бомбасы. Да, кстати, если кому надо, что, наверное, я думаю, это продать нет. Короче, если кому надо, я могу этот диаметрический ключ продать. Покупал его за 3200, кажется, за 2 продам. Так, что? Этот я не помню, за сколько покупал. Где-то рублей 800-900. Там за... Ну, я обычно за полцены продаю, если я за 900 купил. В общем, за 300 могу продать. Эти не знаю сколько. Рублей за 200 покупал, за 100 могу продать. Короче, 2000, эти ключи по 100 рублей, это 300 рублей. Все, больше продавать нечего. А, и выжимку за сколько я покупал, не знаю, рублей за 200, ну, тоже за 100 продам. Короче, она в интернете, надо посмотреть, сколько она стоит. Если 200, значит за 100. Ну все, вот.
съемки.